Боги Древней Греции всегда думали о людях и стремились сделать их жизнь более комфортной. Именно этим они занимались, восседая на горе Олимп. Ну что, Гермес, чем нас порадуешь сегодня? Придумал новое словцо. Пи***ц. Как? Пи***ц. Для усиления эмоциональной окраски речи. Его можно использовать в конце предложения. Это как? Ну вот, например... О, все, наелся, пи***ц. Ну или можно его использовать как реакцию на что-либо. Вот, например, я к вам прихожу и говорю: Зевс, война! А вы мне: пи***ц. Прикольно. Угу. Да это вообще слово, оно применимо везде. Я вам сейчас докажу. Называйте мне любую эмоцию. Радость. Пи***ц. Сожаление. Восторг. Пи***ц. Обреченность. Пи***ц. Злоба. Пи***ц. Страх. Пи***ц. Да пи***ц, какое слово. А? Че мне за это будет? Тебе? М? Тебе пи***ц.